Ульяна Базина почти год изучала загрязнение почвы в Сарапуле. Сегодня свой проект защищает на региональном этапе всероссийского конкурса «Большие вызовы». У Ульяны есть всего 5 минут, чтобы доказать состоятельность своего исследования. Это как способ самореализации, чтобы получить какие-то рекомендации по улучшению своей работы, чтобы продвигаться дальше, самосовершенствоваться. Эксперты, преподаватели вузов республики к участникам конкурса относятся как к своим коллегам. Проекты, говорят, очень сильные. Школьники в этом году представили более 60 работ по 8 направлениям. И что особенно порадовало организаторов, среди авторов очень много ребят из районов. Вот, например, девушка выступала с микроклональным размножением. Но это обычно это вот магистранты или бакалавриаты берут такую тему и исследуют. Сейчас много направлений, исследовать можно многое. Но какую пользу обществу и какую пользу природе принесет данный проект? У нас есть, например, проект «Волзавр». Да? Девочка создала робота, который занимается окраской поверхности. Ребята создают такие проекты, как «Умные шторы», например, да? Различные теплицы. То есть они действительно уже пробуют что-то изобретать в своем столь юном возрасте. Есть у нас, естественно, научные проекты, например, ребята исследуют свойства коллоидного серебра для дезинфекции. И живчанин Кирилл Казанкин участвует в конкурсе уже во второй раз. В 2019 году стал призером Всероссийского большого вызова. Сегодня у Кирилла новый проект. Разработал сайт, помогающий создавать презентации. Фишка именно в том, что можно загрузить презентацию и выведется перечень ошибок, которые можно улучшить. Пока что таких сайтов нету. Пока что есть только базы данных, где просто презентации уже готовы есть. А именно свою презентацию проверить пока что нигде нельзя. Проект Кирилла эксперты оценили. Его работа вошла в число 30 лучших. Теперь всех призеров и победителей ждет всероссийский этап. Он пройдет дистанционно. А летом победители поедут в образовательный центр «Сириус». Светлана Буланова, Василий Хохряков. Новости.